Василиса – такое имя для дочери выбрали Ольга и Алексей Бондарчук из подмосковного Чехова, как только узнали, что в семье появится девочка. Сегодня у них праздник – выписка из Видновского перинатального центра. Поздравляем вас. Растите большими. Спасибо. Рожать семья изначально планировала в родном городе, но местный роддом закрылся, да и у Ольги врачи внезапно обнаружили проблемы со здоровьем. Тогда чеховские медики посоветовали семье ехать в Видное. Здесь есть специалисты, да, которые мне наложат швы, и я доношу ребенка. Ну, собственно, что и получилось. Сначала здесь пролежало 4 недели, а потом, вот сейчас перед родами, еще 2 недели я лежала. Сняли швы, естественно, домой уже нельзя. Я лежала, ждала. Была вероятность того, что малыш может вообще замереть внутриутробно, и она не получила бы такое счастье, какое она получила сегодня. И поэтому, благодаря тому, что она приехала вовремя, мы ей оказали должную помощь перед родами, в родах. Роды, говорит Ольга, прошли хорошо, легко и быстро, но затем снова начались проблемы. И опять же, быстро врачи все пришли, пришел анестезиолог, наркоз, все сделали, и хорошее кровотечение у меня было. В семье маленькая Василиса уже 4-й ребенок. Дома с нетерпением ждут сестренку – 18-летняя Софья, 12-летняя Мария и 10-летний Григорий. И детская реанимация здесь хорошая, и выхаживание новорожденных. Поэтому, конечно, рожать хорошо здесь. Видновский перинатальный центр – один из крупнейших Московской области. Здесь выхаживают новорожденных весом всего 500 грамм. При этом медикам удается избежать развития у детей бронхолегочной дисплазии. Кроме того, наш центр, он специализируется по патологии вырастания плаценты. Поэтому со всей области женщин с такой патологией привозят к нам. Как правило, это рождаются преждевременные роды, потому что начинается кровотечение, поэтому наши специалисты очень хорошо с этим справляются. Женщина остается и с маткой, и может еще рожать, и с ребенком. Благодаря тому, что Видновский перинатальный центр берет на себя самые проблемные случаи, обычные роддома в Подольске, Серпухове, Протвино, Кашире и Чехове за несколько лет не потеряли ни одного ребенка. Кроме того, акушеры активно практикуют роды в воде, а также партнерские с присутствием папы-малыша, что является прекрасной альтернативой популярным, но опасным домашним родам. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.